Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Сейчас я нахожусь в состоянии приятного волнения, когда наблюдаю за криптовалютой, особенно за Ripple XRP, который прямо сейчас подбирается к 2 долларам. Биткоин же сегодня достигал нового пика в 63 253 доллара. Сегодня у нас много информации, которая объясняет, почему я так позитивно настроен по отношению к нашим инвестициям в долгосрочной перспективе. Друзья, прямо сейчас, возможно, мы наблюдаем самый жизнеизменяющий период всей нашей жизни. Извините за тавтологию, но так и должно было быть сказано. Самый масштабный заголовок в последние 2 дня – это грядущий IPO Coinbase. Coinbase стоит около 100 миллиардов долларов. Это его рыночная капитализация. Мне кажется, акции Coinbase будут стоить 589 долларов. Уже сейчас такую информацию можно увидеть на предпродажных спекуляциях. Интересно, что именно такая цифра. Ведь 589 долларов – это то самое шуточное предсказание цены XRP. И сейчас я чувствую эту иронию. Думаю, это IPO Coinbase – это то самое событие, которое популяризирует и даст еще больше внимания всему криптопространству. Сейчас, по моему мнению, нужно хеджировать все свои ставки на разные криптовалюты и инвестировать в будущее криптомира. А Coinbase, безусловно, им является. Хотя и есть причины, по которым я его недолюбливаю, но факт отрицать сложно даже мне. Нам нужно следовать за потоками умных денег, которые следуют к победителям, а Coinbase является одним из таких победителей. Я собираюсь держать акции Coinbase так же долго, как и крипту. Потому что дело не в том, сколько ты находишься на рынке. Дело в том, сколько ты находишься в рынке. Время и терпение равно успех. Ripple одержал еще одну победу в судебных разбирательствах с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Запрос SEC о раскрытии информации о личных финансовых историях Брэда Гарденхауса и Криса Ларсена был отклонен судьей. Адвокат Джереми Хоган сказал, что это может быть хорошим знаком, что судья и вовсе закроет дело против руководителей Ripple. Дело против руководителей Ripple, а не против Ripple – это немного разные понятия. XRP Криптоволк в Твиттере поделился еще одной интересной информацией. Миллиардер Майк Новоградс говорит, что рост XRP показывает, что регулирование Ripple наступит очень скоро. Если что, Майк Новоградс – это директор инвестфонда Galaxy Digital. По-моему, в сегодняшнем видео я об этом уже рассказывал. Ну конечно же, регулирование будет, и оно наступит быстрее, чем кто-либо думает. Умные деньги знают, что происходит за кулисами. Этот взрывной параболический рост цены XRP для меня является главным индикатором того, что Ripple выиграет этот суд. И мы знали этого с самого начала. Хотя даже я после подачи в суд на Ripple выпал из жизни на 4 дня, пытаясь прийти в себя и понять, что делать дальше. Я дал себе время, чтобы потом поступить так, как велит холодный разум, а не горячее сердце. И я принял решение точно так же, как и остальное XRP сообщество. Я буду держать до победы или до нуля. Точно так же в свое время я решил избежать биткоином. Но на самом деле, ни в случае с биткоином, ни в случае с XRP почти нет шансов, что мы пойдем к нулю. Я на 99,99% уверен, что в долгосрочной перспективе и биткоин, и XRP будут расти. Я просто жду не спекулятивного булрана, а роста из-за полезности и способов использования. Именно этого ждут XRP инвесторы. И затем, когда даже у хейтеров начнется синдром ФОМО, вот тогда каждый XRP инвестор получит заслуженное вознаграждение. И это не 2 доллара, и даже не 10. 2 доллара мы можем достичь на днях. Это не хайп, это всего лишь технический анализ. Кстати, насчет 2 долларов. Spark на Bitru сегодня достигал 2 долларов. Что же это значит? Да ничего особенного. Ведь это всего лишь цена IOU, а не настоящего Spark. Это всего лишь долговое обязательство. Сеть Flare Networks еще не запущена. Но если это можно рассматривать как индикатор того, сколько реально будет стоить токен Spark, то мы видим, что стоит он даже дороже, чем сам XRP. И когда будет раздача, мы просто удвоим количество своих денег за бесплатно. А она начнется в июне этого года после запуска Flare Networks.
Друзья, когда Flare Networks запустится в июне этого года, цена спарков может отличаться от $2, но это не важно. Я рассматриваю этот график как индикатор того, что на спарк есть спрос. И он растет, чем ближе дата запуска. Люди начинают понимать, что грядущее будет массивным и масштабным. Если ты не участвовал в снапшоте спарков 12 декабря 2020 года, к сожалению, бесплатных спарков ты не получишь. Только если не хранил XRP на холодном кошельке. Например, на Ledger. Если это так, то у тебя есть время до июня, чтобы заявить о своем праве на токены Spark. Я думаю, что спарки сами по себе окажутся одними из самых ценных токенов, которыми ты бы хотел владеть в будущем. Итак, мы приближаемся к кульминационной развязке в истории судебного разбирательства Ripple и SEC. Мы видим, как судья раз за разом отказывает SEC, но зато удовлетворяет запросы Ripple. Видимо, он занимает прорипловскую позицию. Почему же? Да потому что он знает факты. А факты заключаются в том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США заржавела и погрязла в коррупции. Я уже показывал тебе в нескольких видео, что предыдущий председатель комиссии, который подал в суд на Ripple перед самым своим уходом, внезапно оказался подкупленным Эфириум Альянсом. Эфириум Альянс выплачивает ему так называемую пенсию. Наверное, за то, что эфир не был признан ценной бумагой, хотя, конечно, официально об этом не говорят. Удивительно почему. Джей Клейтон пытался привязать якорь к шее Ripple, чтобы затормозить его принятие хотя бы на время. Учитывая проплаченность Эфириум Альянса, это похоже на конфликт интересов, и судья прекрасно понимает это. Он видит корни этой проблемы, и они совсем не там, где их пытается показать SEC. Судья удовлетворил запросы Ripple и обязывает SEC раскрыть документы о том, почему эфир и биткоин не являются ценными бумагами. Комиссия же почему-то настойчиво не хочет, чтобы эта информация была опубликована. Похоже, у нее есть свои скелеты в шкафу, которые могут вылезти ей боком. Гарри Генслер завтра снова будет проходить слушание по назначению новым председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США. Что-то они очень сильно затягивают процесс его подтверждения. Интересно, почему? Может быть, потому, что Гэри планирует закончить дело с Ripple быстрее, чем это было необходимо? И, наконец-таки, представить четкое регулирование XRP на территории Соединенных Штатов. Мне кажется, его подтверждение станет еще одним катализатором ускорения принятия и увеличения цен на рынке. Ripple XRP достигал сегодня доллара и 70 центов, и я думаю, что он скоро достигнет $2. А причиной этому будет назначение Гэри Генслера председателем SEC. Только лишь его подтверждение станет достаточной причиной спекулятивного роста XRP до $2. И если Ripple и SEC наконец-таки урегулируют свои вопросы, о мой бог, стратосфера тогда будет в опасности, если ты понимаешь, о чем я. Регулятивная ясность станет зеленым огнем для XRP и для создания богатства всем инвесторам XRP. Теперь, друзья, я хочу поделиться самой сильной цитатой, которую я когда-либо слышал. Она принадлежит автору канала Jungle Inc. SEC думала, что можно запугивать всех вокруг, но у судьи оказались совсем другие взгляды. SEC думала, что можно просто ударить нам в глаз, и мы просто уйдем. Друзья, я не видел еще ни одного такого же рьяного сообщества, как сообщество XRP. Сообщество, которое объединено одной целью – желанием финансовой свободы. И теперь я хочу, чтобы ты услышал самую легендарную речь в этом XRP-сообществе. Я переведу. Мы – это не EOS, не их сообщество. Мы также не сообщество KIN, и мы не сообщество XRP. Мы – XRP-армия. Мы придем к вам со своим собственным децентрализованным поверенным, и это просто вызовет у вас всевозможные головные боли. Так что лучше оставить нас в покое, а затем просто пойти в суд, где вас отшлепает Ripple. Хочу показать еще одну хорошую новость, очень хорошую новость для XRP. Ее можно позначить значком «Молния», если я не забуду вставить ее в название. XRP CryptoVolk так и пишет «Breaking News».
Децентрализованная биржа OneChain поддерживает токен XRP. С помощью OneChain XRP скоро будет полностью интегрирован с приложениями DeFi. Ты не представляешь, насколько крутая эта новость. Ты поймешь это, когда просто задумаешься. Генеральный директор OneChain Джек Лу заявил, что в ближайшее время в основной сети XRP будут запущены децентрализованные межсетевые мосты. Это означает, что теперь токены XRP можно использовать для добычи ликвидности и доходного фермерства. XRP теперь DeFi. Кроме этого, эти мосты в сети XRP позволят ему взаимодействовать с приложениями на эфириуме, а также напрямую с биткоином. Это просто пушечные новости для XRP. Пушечные. Экосистема XRP расширяется и приобретает новые способы использования, такие как, например, DeFi. И это еще не запущено Flare Networks, которая принесет также и смарт-контракты. Мне просто разносит шаблоны и взрывает мозг от того, во что превращается XRP. XRP это не DeFi. Так было раньше. Но сегодня все по-другому. А закончить я хочу этим видео. Это интервью Джея Клейтона, бывшего председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США. В нем он обсуждает эфир. Что такое ценная бумага и какими особенностями она обладает. Затем я хочу показать также и это интервью Виталика Бутерина, которое было снято в 2014 году, когда эфириум еще даже не торговался, а только лишь намечался его пресейл. Когда я сравню это видео с предыдущим интервью, у тебя точно взорвется мозг от всей наглости, циничности и лицемерия этой комиссии SEC. Клейтон дал пропуск эфириуму в хорошую жизнь, не ценной бумаге. Конечно, дал, ведь эфириум Альянс обеспечил ему пенсию. По моему мнению, которое сложилось за это время, перед уходом Джей Клейтон подал в суд на Ripple, чтобы дать преимуществу эфиру, и может быть даже Goldman Sachs'у тоже. Но скоро все это закончится. И закончится совсем не так, как они хотели. И намного быстрее, чем они думали. А меня зовут Богатей. Как всегда, я благодарен каждому, кто поставит лайк и поможет мне в этом нелегком деле добиться результата. Также не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделись видео с друзьями, прокомментируй и обязательно богатей. Мы обсудили биткоин, но есть еще и другие монеты на рынке. Например, эфириум, есть Ripple. Является ли эфириум ценной бумагой? Я не буду комментировать конкретную криптовалюту и то, является ли она ценной бумагой или нет. Но вы дали отличный способ определить эту ценную бумагу. Даю ли я вам свои деньги, чтобы создать предприятие? Или же я зависим от ваших усилий и усилий ваших коллег? А теперь очень внимательно послушай следующие два отрывка. Первое Виталика Бутерина и второе Джея Клейтона. Это очень занимательно. А деньги, видимо, не пахнут. Особенно в таких кругах, как SEC. Итак, Виталик Бутерин, 2014 год. Мы собираемся начать предпродажу эфира через несколько недель. Эта предпродажа будет шансом для каждого, кто хочет купить эфир. А эфир – это внутренняя валюта экосистемы эфириума. Что-то типа XRP в Ripple. Что-то типа XRP в Ripple, говорит. Будет ли это большим периодом, чтобы люди успели войти? Или это будет просто акция одного дня? Ну, мы думаем сделать пресейл сроком от 45 до 60 дней, что-то такое. А еще интересно насчет, чем раньше ты зайдешь. А, ну да, чем раньше ты зайдешь, тем лучше будет цена. Что такое ценная бумага? Токен, цифровой актив. Когда я даю тебе свои деньги, а ты идешь и создаешь предприятие. Или компанию, которую ты хотел создать. А назад возвращаешь мне не мои деньги, а прибыль. Ну или ты можешь получить свою прибыль на второстепенном рынке, продавая свои токены кому-нибудь еще. Это и есть ценная бумага. И мы регулируем это. Мы регулируем предложение этой ценной бумаги и ее торговлю. Это наша работа, и мы делаем ее уже очень-очень долго. Сравнение этих двух видео так меня ошарашило, что я даже не знаю, как это комментировать. Сделай выводы сам и напиши их в комментариях. До скорого.